Добрый день. Next station. Следующая станция. Музей Глинки. Я нахожусь в музее Глинки. Оказывается, звук можно услышать. И не только услышать, а его можно увидеть, его можно почувствовать. В общем, хочу сегодня это показать. Предлагают встать на барабан, чтобы земля задрожала. Я попытаюсь это сделать. А это ударный инструмент. Огромный барабан. Он считается старейший класс музыкальных инструментов. А наши древние предки отбивали ритм ритуальных плясок с помощью камней, костей, ну и барабанов. Так, мне предлагают потоптать барабан. Хорошо? Поехали. До сих пор самого инструмента. А музыка? Ну что, начали? Я уже это хочу попробовать. Ритмы я не знаю, как поймать.
Что такое звук? Откуда он берется? Как мы его воспринимаем? Как воспринимает животное? Как воспринимает его человек? Что такое частота? Что такое резонанс? Здесь есть большое ухо. Его называют большой ух. Вот здесь все о строении уха человека. Барабанные перепонки. Сейчас я нахожусь у потрясающего экспоната. Это уникальное подслушивающее устройство. Изобретение 3-го тысячелетия. Ох уж эти соседи, так хочется послушать, о чем они говорят. О чем они ругаются, кто кого бьет, кто кого любит. Вот я хочу это все услышать. Послушай. Я слышу, они ругаются. Они друг друга бьют. Вот это тумаки. Сейчас я послушаю эту грубость. Квартира номер 9. Ага. Они любят друг друга. Смачные поцелуи. Смачные поцелуи. Что мне здесь нравится? Здесь нет охраны, здесь нет надзирателей, и ты делаешь все, что хочешь, все, что предлагает тебе эта интерактивная комната. А мне предлагает дуть в горн. Я попытаюсь это сделать. Я сделала такое. Так, по-моему, полетели из Так, дубль 2. Мне это понравилось. Ничего себе. Так, музей Глинки. Интерактивные комната. Я начала со скрипки. Я хочу услышать звук скрипки. Но сначала мы одеваем наушники, потому что каждый человек, если будет здесь играть, то будут друг другу мешать. Услышу только я звук скрипящей двери, как у Шерлока Холмса. Говорите, сразу. Смычок нужно взять за другую сторону. Другую струну? За другую сторону. За другую сторону? Говорите.
и оказывается. Так. Все верно. Я слышу звук, но, по-моему, это звук скрипа двери. Это ужасный звук. Конечно, я не Коган. Ладно, я попробовала. Следующее. Так. Еще на место. Интерактивная музыка. Теперь хочу сыграть. Как называется этот инструмент? Барабанная установка. Барабанная установка. Не дождите, подсказывайте. Опять же, услышу только я. Так, это у нас что? Настрой? Смотрите, настройка, да? Да, это настройка. Можно включить фоновую мелодию. Ага. На данный момент метроном работает. Вот, угу. Например, попробуем седьмую. Ух ты! У меня музыкального слуха нет. Ух ты! Вы это не слышите! Я думаю, что это очень смешно выглядит, но те, кто не слышит музыку, ну, мне это понравилось. Так, следующий музыкальный инструмент. Синтезатор? Верно. Ямаха, заметьте. Где еще я могу сыграть на таком инструменте? Опять же, только я слышу. Скрытая реклама. На самом деле я играла только на домбре. Меня мама отправляла в музыкальную школу только на 2-3 года, и все. Не знаю, зачем это нужно. Нет, это не скрытая реклама. Для себя любимой. Это здорово. А больше всего мне понравились вот эти вот микрофоны. Говорите, и вас услышат. Привет. Мне так здесь понравилось. Потому что успешный. Я тебе не очень громкий, тихий. Отлично, все. Отсюда можно, да? Угу. Итак, поехали. Звуки бывают разные. Громкие, тихие, приятные, не очень. Похоже все на обед. Мне так кажется. Это из суп. Ух ты. А из лопат вообще потрясающие звуки можно извлечь. Нет. По-моему, барабанит дождь, такой щелек. Но очень долго. Короче, если я это на даче не сделаю, я это сделаю на даче. Что это? Отлично. А что надо дальше? Можно посмотреть трубы. В них нужно дуть? По ним нужно стучать. Ты специально спросила? Какая-то канализационная система. Нет, но она мне нравится. Да, обычно такое можно обнаружить, открыв дверцу, соответствующую в ванной или в туалете. У-ху! Зря вы сказали стучать, в нее можно петь. Потому что звук проходит по этим системам. Я не говорю канализационным. А может попробовать? У-ху! Классно, мне это нравится. А вы кем здесь работаете? Охранник, смотрите. Так вот, мне сегодня помогает. Охранник, смотрите, опускаю. Так, давайте вот посмотрим, что. Объясняйте, что это. Ух ты, я сыграю это. У каждого дома, в каждом доме наверняка найдется ненужные, которые готовы выбросить, бутылочки пластмассовые от шампуня, хлорка, пепси-кола и так далее. Ну, что, а сыграем? Если их не найдется дома, то их можно найти и у дома. Давайте. Так, все. Начали. Снимаем. Это улица, а это мой любимый мотоцикл.
Поехали? Отсюда можно это снять? И вот теперь звук. Ух ты, я слышу, это цикла. Так, здравствуйте, тормози. Ждем зеленого. Тут такие интерактивные игрушки, они мне нравятся. Сколько звуков нас окружает, это очень шумно. Здесь так шумно. Тем не менее, хочу, чтобы вы услышали. Это музыка завораживающая. Дирижерскую палочку. Перед вами весь состав оркестра. И они слушают только вас. И они видят только вас. Юрий Башнет, музыкант. Хочу вам предложить продирижировать оркестром. Для этого вы должны знать, что видит музыкант оркестра и как он реагирует на жесты дирижера. Ну, элементарные размеры музыки – это на 2, на 3 и на 4. Угу. В любом из этих размеров есть сильная доля, это всегда раз. На 2, показываю, на 2. Раз, два, раз, два, раз, два, на 3. Раз, два, три, раз, два, три, на 4. Так, что нужно делать? Нажать конечным. Здравствуйте, я Юрий Башнет. Аккуратно коснуться. И немножко так хочу поводить. Предложить продирижировать. Я хочу управлять оркестром. Так, две четверти. Выбрать размер композиции. У Моцарта. Я взяла палочку. Здравствуйте. Подождите, мы Моцарта не выбрали. Музыкант. Моцарта, вот он, три четверти. Маленький ночной серенаду. Я взяла палочку. Что нужно? Я волнуюсь. Я Юрий Башнет, музыкант. Это весьма трудно, поскольку он работает уже через раз. Ух ты! И вот это все должна увидеть. А, я знакомая. Так, что? Что делать? Что? Подождите, выписывать в воздухе треугольник максимально ритмично и быстро. Махание этой палочкой. Больше от нее не зависит ничего. Куда? Сюда. Угу.
Книжка такая. Все, благодарю вас. Не за что. Я управляю таким большим оркестром. Чем я медленнее машу палочкой, тем они медленнее играют. Не усидите, ребята. Так, начали. Быстро. Давай. Оп. Давай. Медленнее. О, просыпаемся. Первая скрипка. Ну вот, закончилось мое и ваше путешествие в мир звуков. Но оно еще не закончилось на самом деле. Мир полон тайн, шепотов, подслушиваний. И вот вам подсказка. На станции метро Маяковская есть тайна, о которой я расскажу чуть позже. Итак, подсказка. На станции метро Маяковская можно услышать шепот стоящего у противоположной колонны человека, прислонив ухо к стене. Эффект называется «шепчущая галерея». И встречается в архитектуре соборов и арок довольно часто. Прислушайтесь к миру вокруг. Впереди новые, еще более интересные приключения. Это надпись на стене. А вот это вот самая подсказка. Метро Маяковская. Это большие арки. Говорят, что здесь должны быть небольшие арочки. В общем, поехали, подслушаем друг друга.